36 участников и 7 номинаций. В Наринмаре проходит очный этап регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года 2021». В этом году впервые включены еще две номинации – «Мастер года» и «Педагог-наставник». Торжественное открытие конкурса состоялось в региональном центре развития образования. Александра Литкова расскажет подробнее. В номинации «Сердце отдаю детям» принимает участие четверо педагогов. Одна из них – Ольга Мартемьянова. Преподаватель с 27-летним стажем в конкурсе участвует впервые. Заданий много, причем готовились мы, ну, честно говоря, ночами. Вот, потому что и формы были разные, надо было их показать, и детей немножко мы тут записывали. Музыкальное образование – это вообще творчество. И непонятно, куда детей может во время урока занести. То есть детский возраст – такой возраст, который очень любит творить. И вот, а весь урок надо было заключить в определенные временные рамки. В этом была сложность. Конкурс педагогического мастерства «Профессионал года» проводится с 2012 года и состоит из трех этапов. Сначала участники соревнуются среди коллег из своих образовательных организаций. Когда образовательная организация выдвинула своих представителей от образовательной организации, педагоги принимают участие в заочном этапе конкурса. Они пишут эссе на заданную тему, предоставляют видеоролик о своей работе, и уже по этим материалам жюри оценивает участников, составляет рейтинг заочного этапа. После заочного этапа, когда все материалы приняты, проводится подготовка к очному этапу. В рамках очного этапа педагоги участвуют в мастер-классах и круглых столах. Работу конкурсантов оценивает компетентное жюри. Кандидаты в жюри предлагаются из почетных работников образования, из ветеранов педагогического труда, из тех педагогов, которые достигли определенных высот в своей профессии. И на каждую номинацию свое жюри. Всего в этом году представлено 7 номинаций, две из них впервые. Это «Мастер года» и «Педагог-наставник», которые в будущем будут проводиться раз в 2 года. Директор и преподаватель детской школы искусств Ирина Пудовкина принимает участие в конкурсе во второй раз. В этом году «Педагог-наставник» появилась номинация, она меня очень заинтересовала, потому что 5 выпускников моих уже работают на территории Российской Федерации, кто закончил детскую школу искусств, последующий музыкальный колледж и консерваторию. А рядом со мной, в моей родной школе, работают уже 2 моих выпускницы. Я считаю, что наставник – это тот, кто рядом не только с учениками, но и наставник, кто рядом со своим молодыми специалистами, которые работают рядышком в твоей школе. Победитель и призеры в номинациях, получившие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами, ценными призами или денежными премиями. Те, кто не прошел в тройку лучших по рейтингу, получат дипломы участников. Торжественное закрытие конкурса и награждение состоится 14 мая. Добавлю, победители регионального этапа становятся участниками всероссийских этапов конкурсов педагогического мастерства. Александра Литкова, Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север».